Привет, дорогие зрители, сегодня узнаем с вами. Нормальная температура тела у собак. Для оказания животному первой медицинской помощи важно знать точную температуру тела питомца. Нормальная температура тела у собак варьируется от 38 до 39,2 градусов Цельсия. Если температура вашего питомца не соответствует таким показателям, то следует безотлагательно обратиться к ветеринару. Температура тела свыше 40 градусов – признак необходимости срочного обращения за помощью. Как измерить собаке температуру тела? Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что ни в коем случае нельзя пытаться измерить температуру тела в ротовой полости. Вы рискуете быть укушенными. Даже если собака и позволит это сделать, то результаты измерений будут далеки от истины. Наиболее эффективный способ измерения тела животного – ректальный. Для этого вам понадобится электронный термометр и специальная смазка на водной основе. Можно также использовать обычный детский крем или вазелин. Большинство собак, по понятным причинам, не любят, когда производят определенные манипуляции в прямой кишке. Поэтому будет неплохо, если вам кто-то поможет произвести эту процедуру. Пусть ваш помощник положит руку вокруг шеи собаки, а вторую руку разместит под животом животного, заключив его, таким образом, в объятия. Поднимите собаке хвост и медленно вставьте смазанный термометр в прямую кишку собаки на глубину около сантиметра. Нажмите на термометре кнопку «Старт» и дождитесь звукового сигнала. Советы по измерению температуры тела собаки. Для более быстрого измерения тела собаки используйте цифровой термометр. Термометр – обязательный атрибут любой ветеринарной аптечки. Используя ртутный градусник, будьте предельно осторожны, следите, чтобы собака не совершала резких движений. Избегайте использования стеклянных термометров, особенно если у вас очень активное животное. Случается, что термометры лопаются и наносят вред питомцу. Некоторые собаководы пользуются ушными термометрами. Их использование не запрещено, но результаты такого измерения приблизительны.